Когда полис ОСАГО можно будет оформить без навязанных автостраховщиками доп. Услуг? Вопрос не перестает быть актуальным. Много обращений по этому поводу поступает в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Фронтовики взяли данный вопрос на контроль и в ближайшее время проведут мониторинг работы страховых компаний на территории края. За комментариями мы обратились к сопредседателю регионального ОНФ. Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае вынуждены провести повторный мониторинг, потому что в прошлом году, если волна жалоб схлынула после того, как появилась возможность заключать договор автострахования в онлайн-режиме, то сейчас у нас возникают вновь такие жалобы. Мы продолжим мониторинг и привлекаем активных граждан звонить нам, обращаться на Октябрьскую, 78, в городе Краснодаре, найти нас на страничках социальных сетей и сообщить о своих проблемах. Даже если вам навязали дополнительную услугу, то вы можете от нее отказаться уже даже после заключения договора. Если вы хотите принять участие в мониторинге страховых компаний, то можете позвонить по телефону в Краснодаре 262-28-56 или отправить сообщение по адресу, указанному на экране.